Добрый день, с вами Сад Хризанта. Я продолжу тему про шоколадницу. Вот такая вот у меня огромная, красивая Нарасхамаса. Это другой уже мой. Конкретно куст, который дома был. Но он тоже, как видите, стал вытягиваться. Плюс он уже у меня цвел. Сейчас вот с этой стороны покажу. Вот он отцвел. Такие вот у него остатки роскоши, так сказать. Но цветет он невзрачно. Это декоративно-лиственное растение. Как видите, насыщенный цвет, прям красивый. С изнанки он вот такой вот. Когда висит в кашпо, или вот среди летников можно его высаживать, великолепно растет и подчеркивает любую красоту любых летников. Ко всем подойдет, и к розовым, и к оранжевым, и фиолетовым. Но что я хочу сказать, чтобы он в дальнейшем не вытягивался, не разрастался, не разваливался, я хочу ему сделать небольшую стрижку. Я по кругу везде снимаю вот такие вот черенки. Во-первых, оно будет пышнее, но будет более компактное и будет более аккуратное. Особенно там, где вот свели, где веточка есть, обязательно обрезаем. Я его не пущу, то, что я с цветущего срезал. Возможно, вот этот пущу на черенкование, потому что сам по себе черенок очень хороший. Просто вот этот цветонос уберу, а черенок крепкий, хороший, красивый. Для чего я делаю это? Ну, во-первых, само по себе обновление растения. В плане того, что у меня будут новые черенки, новые кустики. Весной я вместе с колесами высажу, рядышком поставлю. Видите, у меня они были в теплице. Это есть слизняк у нас, улитка. Очень его любят. Традисканцы тоже у меня хорошо покушали. По осени, просто после наступления холодов, я занесла их в теплицу, мои комнатные цветы. И какое-то время они у меня были там. Комнатные, но с нашими условиями я стараюсь уменьшить их держать в комнате, а больше у меня растения на свежем воздухе находятся. Это либо вот под балаганчиком, под сеткой. За лето они набирают хорошую, красивую массу. Вот такие, видите, длинные ветки получается, что чуть-чуть надо подрезать. Где-то вот подгрызли. Вот получается у меня такой уже обрезанный кустик. Что у меня получается? Вот такое вот богатство. Видите, вот красивое такое, зелено-фиолетовое. Как нарастет и как, каким будет растение, я вам сфотографирую и в дальнейшем покажу. С этим что я делаю? Она беспроблемно черенкуется в воде, но и также хорошо черенкуется в земле. Сейчас я просто возьму чекошку небольшую, почву, грунт и поставлю. Я именно эти черенки поставлю в землю. И вы посмотрите, как они укореняются в земле или в воде лучше. Итак, что я делаю с этими черенками? Убираем весь нижний листик и ставим вот такую кассету. Я приготовила, смотрите, я ее сразу в мешочек поставила. Хлебный маленький продуктовый пакетик. Это будет как мини-теплица. Можно и без этого, без мини-теплицы ставить. Но мне так хочется, потому что еще холодновато.
без корневина, без ничего. Я просто обрезаю и вставляю в каждую кассету. Грунт у меня влажный, рыхлый, прямо проваливается. В каждую ячейку я буду ставить по 4 штучки. Для чего? Я делаю это для себя. В дальнейшем я достаю прям одну деленочку вот эту вот и пересаживаю сразу на горшок. Кус будет мощный. Делаю одну прищипку, потом через там, сантиметров 15 вторую прищипку. Все это распустится с пазухов. И кустик у меня будет с большим количеством ветвей. И очень красиво смотреться. Так вот. И по этому принципу все и делаю. Одну ячейку я сделаю специально с промежуточных. Это растение дает не только с макушечных, но и с промежуточных. Вот так вот, если брать. Если у вас, например, мало, или вы веточку где-то просто сорвали, у вас нету этого цветка, да, получается. Вы где-то отломали, сорвали веточку, вы ее можете расчленить на несколько частей. И также зачеренковать, оно вам укоренится и выдаст результат. Вот, смотрите, я вот так вот возьму. Вот эти все листья большие убираем. И получаем вот такой вот череночек. Смотрите, я оставлю без корневина. Это растение само по себе дает хорошую корневую систему. Но не забываем, грунт должен быть дышащий, мягкий, пушистый. Смотрите, вот даже вот на некоторых веточках уже вот есть задатки корневой системы, корешочков. Сейчас найду веточку, где будет более, лучше видно. Вот, смотрите, вот видно. Вот я сейчас его ставлю, через недельку у меня уже будут корешки на всем стволике. Если кому-то захочется иметь такое растение, пожалуйста, пишите. У меня есть в наличии они. Что у нас получается? В итоге у нас гора листьев и вот такая кассета черенков. Тут получается 9 ячеек, в каждой ячейке по 4 черенка. То бишь у меня будет 9 красивых пышных горшков. Потом я беру потихонечку вот так вот. Земля, почва, смесь у нас влажная. Я ничем сверху не обрабатываю. Им достаточно той влаги, которая будет внутри у них. Так вот завязала мини-тепличка. 30 января я их поставила. Через недельку я вам покажу, что с ними будет, как они укоренятся, как они себя чувствовать будут, что с ними будет. Все, удачных посадок. Это, конечно, мы все выкидываем.